Сладкая парочка, представляете? Зайцев Никита. И Пшеницкая Наталья. 15-3 Ставрополь Forever. Всем кроссфит! Слышь? 3 метра. О, вернее, 2,70. Мячик уберите. Подожди, Наташа, из-за руки ничего не видно. Есть. И трюлинг сразу. У вас на видео за кадром будет вот такой дышащий. Это я не восстановился. Так, и высота 3 метра. Женский дивизион. Даже больше. Так, мяч, соответственно. Двадцать и четыре. Кольца, атлеты в кадре, болельщики. Все здесь. Никита, Стас. Тюша, метелки уже. И папа здесь. Так. Сейчас, подожди. Подожди. Так, подожди, Наташа. Наташа, ты кидаешь все. Так, так. Все. Кольца видно, да. А ты где будешь прыгать, Наташа? Здесь. Все, вот только не дальше, потому что там те. Да. А Никитос, ты где? Вон там. Все. Три. А, подожди, 10 секунд. Нажимай, тут 10 секунд еще будет. Вы услышите, короче. 8, 7. А ну скажи. 6. 3, 2, 1, go. Вот смотри, он вот отсюда уже начинает выходить. У него кольца еще здесь, уже начинает скручиваться. Никитос, может тебе повыше поднять? Да умеет, да, давай. Маши сильнее, подбив делай сильнее. Ты слишком низко забегаешь. Ну, старайся все равно. 12 еще минут работы. Знаешь, в чем прикол? На ходе, на скакалке, у меня ноги отказывали. После, видать, 100 выбросов, они чуть как прыгают. Я прыгаю, они не прыгают. Как после вчерашнего батута на землю мы туда встали, они не прыгают. Я видел, я в конце запутывался, последние там 10-15 раз уже, но тут я запутывался все время. Никитос, 11 минут осталось. 4 работаешь. 39. Боксерши. Они ж так прыгают. Три.
Отдыхай на скакалке. Блять, я на скакалке пытался восстановить дыхание, ни хера не было. Да. Поэтому, ну не знаю. Меня хорошо, что вы по-французски говорите. Может, бей, я хотел. 72. Один раз вчера попробовал. Я знаю, я сейчас хожу на том. Я лазил. Да я на этом толком хожу. Там надо, да, там надо очень близко. Никитос, 8.40 работает. Вообще нормально. Как ты плечи после выброса, да. А вот на следующей скакалке ты еще и ноги почувствуешь. Вот что я запинался, у меня ноги вообще не трудно. Отлично. Пять с половиной минут еще. Сорок
сколько Юля? 28 у тебя. 5.20. Ноги? Ноги, плечи. Да, да, да. Сейчас на скакалке пипец не теперь. Хотя он на выбросы пришел раньше. Да. Ты выбросы начал делать 6 минут, а он начал 7. 7, да. Ну, выходил на давай, давай, 4.30, Никитос! И скакалку надо закрывать! Четыре минуты будет на скакалку начинать выходы. Вообще реально. Ровно 4 минуты, Никитос. Ровно 4 минуты. 3.55. Покури, 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 что сейчас это... Ноги сейчас памп, у меня был нереальный памп на второй скакалке. Есть, да? 3.45. Тридцать, Никитос, здесь столько терпения. 3.5 минуты. 7.15. Три 15. 55. 3 минуты. 70. 4, 2.40. 20. Еще у нас 9 минут по времени. 85. Почему время? 2.20. 88. А, 2.15. Сколько? 6 раз. 6 раз, давай. 2 минуты, Никитос, закрывай. 1.45. Он да, в очень хорошо. Да, да, да. Я да, вообще да. Есть, отлично. Давай, давай. Отлично. 1.5 минуты, Никитос. Надо закрывать. 3. Есть, 3. Минута 15. Давай, 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 давай. Еще минута ровно. Никитос, давай, 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 давай. Закрывай выход. Есть. 40 секунд. Два разика, еще 20 мячей. 30 секунд. Ну давай раньше. 11 секунд, давай. Давай еще мяч и спи.
Давай, блин, еще выходы на тебе поделай. Есть! Отошел! 10 секунд! Давай! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Красавчик!